Хэшки, ребятки, с вами Лекс. Мы с вами прошли уже через клуб, через какой-то спортбар. И теперь мы просто отправляемся в кровавую баню. Кровавую баню тюремных будней, так скажем. Потому что там сейчас будет, честно, просто трэш. Там будет трэш, я уже вижу по сводке газеты. Ну, видите, да, вот газета. Где написано, что мы сейчас пойдем рубить заключенных, рубить вообще всех. Я думаю, возможно, мы сами будем заключенным. Я не знаю. Посмотрим. Плей, пускай грузится. Это не забываем, что чем больше лайкосиков, ребят, тем больше видео по этой игре. Так что можете прямо сейчас смело ставить лайк. Эта игра очень крутая. Да, я действительно один из заключенных. Надеюсь, на меня не будут нападать. У нас, видимо, бунт. Здорово. А, у нас еще нет бунта. Бунт начнется с минуты на минуту. Так, чувак, хватит бить моего друга. О! Все, у тебя все нормально. Бен! Так. Эй! Ты за них? Оу, щит. Он мне принес нож. Спасибо, друг. Странно, что заключенные между собой фигарятся. Лучше бы выбрались бы отсюда, а потом уже фигарились. Видимо, нужно прямо в голову убить этим ножом, чтобы 100% убить. Потому что я так, сколько, 4 сейчас ударил, чисто в затылок, они все погибли. Смотрите, у него заточка есть. Ах ты засранец. Остался без челюсти, но успел ударить меня. Челюсти у тебя нет, чувак! Ладно, я тебя зафигарю до конца, потому что нефиг тебе мучиться. Я ж тебя бил ногой! Блин, Ку нажал, а он не ударил его. Отлично, этого тоже мы зафигарили вроде бы. Так, где эта заточка была? Я не знаю где, куда она упала. Вот она. Ах, нифига себе. Действительно, заточка из зубной щетки. Это очень круто, блин. Как атмосферно. Смотрите, даже штанга здесь есть, я могу ее поднять. Не могу штанга здесь их поубивать. Это очень круто. Эй. Нифига себе, решил на парня заточкой налететь. Я тебя ударил уже, говнюк. Вот это я понимаю. Чувак, заточка просто рубит всех. Раз, два. 2х с двух ударов. Так, возьмем штангу. Она вообще легкая, где-то 500 килограмм. Так. Она развалилась наполовину. Вот это супер. Это действительно супер. Так, смотрим, что здесь еще за оружие есть. Здесь есть яблоко, а яблоком, как вы знаете, убивают вообще с одного удара. Видите, я ему челюсть снес яблоком. Не думал, что в тюрьме настолько твердые яблоки, и вообще не думал, что там дают яблоки. На! На! Так, засранец. Все, отлично. Что это такое? Кусок мяса. Куском мяса мы никого не убьем. Так, эту фигню кидаем. Здесь по-любому на кухне должно быть что-нибудь крутое. Ты чё, офигел? Из-под тяжка на меня набегать, а? Всё. Ну, я не знаю, будут ли здесь ножи, потому что это ж тюрьма как-никак. Здесь есть окорок. Но окорок это не самое лучшее, что можно найти на кухне тюрьмы. Так, ну, сковорода есть. Давайте сковородой тогда убивать. Раз уж ничего здесь отдельного нету, заточка была и то самым лучшим предметом, который здесь были. На! 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 Отлично! Ух ты! Гантелю поднял, посмотрите на него. Бэнг! Страйк! Просто как дартс, как дартс. Это какой-то крутой, что ли? Нет, это всего лишь обычный чувак. Что? Что с моей мышкой? Они телепортируются! Минус. Вообще отлично, ребят, мы полностью почти шкалу забили. Смотрите, это, видимо, подставной какой-то агент был. Нет! Нет, нет, нет! Нет! Не трогай меня! Вот урод. Ты что, на меня хотел? На меня? Я не могу попасть по нему. Я боюсь, что на меня нападут в это время. Оу, щит. О, великан! Атака титанов! Этих титанов мы обычно избиваем, знаете, чем? Именно любым предметом длинным.
Огромноголовый! Да пошли вы в жопу от меня! Что вам от меня-то надо? Вот и все. Эй! Мы сказали не поднимать никаких предметов. Телепортируются, вы видели? Я бегу. Мне нужно оружие. Оружия нет, я уже все использовал. Здесь есть диски. Диски. Отлично. Так. Так. Опа. 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 Диски, говорю, блины. Диски, блин. Нет, 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 бежим, бежим, бежим. Уроды. Чертовы ублюдки. Извиняюсь, что ругаюсь, ребят, но... Тут просто в тюремной обстановке очень сложно не ругаться. Так, я думаю, что в одной из камер есть какая-нибудь заточечка. Фух, я жив! Я убежал от них! Пошел в жопу! Вот, вот, теперь-то я с вами поговорю по-мужски. Ну, или не по-мужски, не знаю как это. На, засранец. Дубинка. Дубинка, это очень круто. О-о-о-е! Так, мистер полицейский. Все, минус. Слишком просто. Слишком просто. Это было близко! Это было близко! Пошел в жопу! Оу, щит! Дайте мне оружие! Оружие, нужно оружие! Быстрее! Пошли в жопу от меня! Что вам от меня надо, засранцы? А, нет, мышка, не поворачивайся! Все, меня убили, 100%. Я уверен, что меня убьют. Я не могу их толкнуть, они, видите, какие-то супер непробиваемые. И они заодно, вот это мне не нравится больше всего. А, было близко. А, да, 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 надо ловить момент. Раз, два, три, четыре, пять. Не умирают. Шесть, семь. Фух. Е-е-е. Я смог сделать. Так, здесь где-то была дубинка. Ага, вот она. О, гигант еще жив. Я с тобой... Вот и все. Я с тобой тогда не закончил. Теперь-то я все сделал как надо. А, их осталось не так много, ребят. Но и у меня очень мало хп. У меня очень мало хп осталось. Я по шлему ему не могу бить. По каске. А, отстаньте от меня. На. Ой. Ой-ой. Ой. Так, и что мне теперь делать? Где оружие? Где оружие? Вижу. Вижу самое лучшее оружие. Это поднос. Эй, ты не туда пошел. А, видимо, туда ты пошел. Но... А-а-а! Щит! Вы это видите, как я с ними разбираюсь просто на последних своих хп. Оу, щит! Оу, щит! Это вообще просто бомбезно. Беги, беги, дружище, беги! Они все ненавидят меня. Они просто все ненавидят меня. Так. Где оружие? Вот дубинка. Дубиночка любимая, я как тебя долго ждал. Раз. Два. Три. О, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять чуваков осталось! Девять! Их просто осталось девять, вы понимаете? Мои хп, это просто я не знаю. Как я с этими хп сейчас буду справляться? Так, здесь-то лежал меч. Мачете какой-то прям. И вот он и лежит. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Пять чуваков осталось. Главное, чтобы они со спины ко мне не подошли и не убили меня. Смотрите, здесь... Какие-то двери... И здесь одна дверь была выломана. Знаете, кто там был? Там был тот самый здоровяк. Так, здесь никого нету. Я не знаю, если я так буду постоянно делать на каждой двери, я найду кого-нибудь, как вы думаете? А я ведь могу просто посмотреть. Вы слышите? Слышали это? Так, ладно. Это что такое? Я вроде бы всех освободил, но тот чувак, он был очень огромным. Он сам, в принципе, выбил дверь. Ему ничего не помешало.
Ну, вы помните того самого чувака. Так, здесь гантеля. В общем, дубинка есть. О, бита, точнее, дубинка. Электрошокер? Электрошокер? Серьезно? Ага, for use. У меня есть какие-то способности. Почему мне об этом никто не сказал? Шоквейв, берсерк, смайт. О, щит. О, щит. Действительно, ребят. Просто жесть. Здесь еще у нас 5 чуваков где-то ошиваются. Я так понял, это самые, те самые заключенные. Вот там 2 заключенных мы нашли. Еще 3 где-то. Еще где-то 3 говнючков. Так, это что такое? Он в смирительной рубашке. Или он просто мертвый? Скорее всего, он просто был мертвый. Я не верю, что человек может выдержать столько ударов. Так, ищем, ищем. Так, стойте. А вот и заточка здесь лежит. Видите, в камерах все-таки есть заточки. Здесь ничего. Смотрите, это какая-то авторитетная, наверное, была камера. Какого-то авторитета. Ну ладно, это сейчас не важно. Это сейчас не важно. Видите, знал бы я то, что у меня есть способности, я бы, может быть, всех бы просто как ураган бы снес. Так, ищем, ищем. Это что такое? Это рука чья-то? Здесь никого нет. Здесь никого нет. Что за фигня? Они где-то прячутся. Ладно, тех двоих мы сейчас зафигарим. У нас останутся ровно 3 человека. Где эти 3 человека, я пока что не знаю, но мы, думаю, с вами найдем их. Я думаю, что здесь в этих камерах, где вот эти вот... Эй, что за фигня? Где вот эти вот 2, еще кто-нибудь есть. О, нет. Ладно, отлично получилось. 3, 4, 5, 6. А-а-а! Нет, как он стал так? Он просто стал со скоростью света, вы видели? Он просто стал со скоростью... И после этого еще и упал? Серьезно? Ладно, ребят, мы почти прошли. Нам всего лишь 4 чувака осталось убить. Но, видите, я Шоквейвс ни разу не использовал, Берсерк ни разу не использовал, Смайт ни разу не использовал. Но я так понимаю, что это очень крутые способности, которые можно использовать. И Шоквейвс как раз-таки используется после того, как у нас первая ячейка заполнена, потом вторая ячейка это Берсерк, и третья ячейка это Смайт. Вот такие вот дела. Ладно, ребят, если вы хотите, чтобы я еще поиграл в эту игру, другие уровни, обязательно ставьте лайкосик. Лайкосик и пишите мне в комментариях: «Лекс, пожалуйста, дай нам эту игру». Я тогда продолжу в нее играть. Она очень бомбезная, мне самому хочется в нее поиграть. Очень позитивная. Не знаю, если вам понравилось, ребят, обязательно ставьте лайкосики. Я ее пропустил какое-то время, думал, то, что она не такая крутая, потому что по геймплею она не особо крутая, когда вы смотрите на видео. Ну, по крайней мере, когда я смотрел. Но сейчас я понял, то, что это вообще просто бомба. Просто бомба. А с вами был Лекс. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Это все вы уже слышали 200 раз. Но в паблике ВКонтакте вас я жду давным-давно уже. Если вы до сих пор не подписаны, почему? Почему вы это не сделали? Просто зайти, нажать на ссылочку, которая есть в описании, и вступить. Вступить в мой паблик. Там уже 4500 человек, и я думаю, что ты как раз-таки будешь не лишним. Именно ты, все верно. А с вами был Лекс. Всем добра!